печати. Все ли знают, что такое вообще, в принципе, три-д печать? Ну, или как не все? Давайте немножко расскажу. 3D-печать — это новая у нас сфера в России. Это возможность печатать пластиком 3D-модели на 3D-принтере. Есть много способов 3D-печати, и один из самых распространенных — это FDM-печать. FDM-печать — это печать пластиком, обычным пластиком. Как это происходит? В принтер подается нить пластика, он нагревает его и выдавливается первый слой, второй, третий, четвертый, и вот можно получить вот такой вот череп. Пожалуйста. Ничего. Спасибо. Вот. Давайте начнем. Почему я выбрал эту тему? Потому что я считаю, что данная сфера новая в нашей стране, и ее можно очень хорошо развить. И на данный момент на рынке нет достойных конкурентов. Поэтому я решил бы на этом сыграть. При разработке логотипа... Были много вариаций. Изначально первый вариант это был изобразить кубик с подслойным наложением, но спорили долго, как это лучше предоставить. В итоге был выбран новый вариант. Это геометрическая форма, сложная, с полигонами, которая показывает, что в данной области можно что угодно напечатать. Любую сложность работы. Вот. Вплоть до, вот как вы видите, череп, это в плане медицинские какие-то объекты. Да, модели машин, предварительно маркетирование, об архитектуре используется. И, в принципе, главного проекта входит деловая документация и непосредственно сайт. Полный объем проекта у меня находится на презентации. Начиная с деловой документации, в принципе, много разработан фирменный план, фирменная папка и конверт. В плане непосредственно рекламы выбрана брошюра, которая представляется уже в компании для ознакомления услуг, всего перечня возможностей компании. Визитки есть двух видов. Это корпоративная и персональная визитка. Вот. Самой упор был сделан на сайт. Это нужно было его сделать в то же время и легким для использования для перелистной страницы. У меня выбрал одностраничный вариант сайта, чтобы сразу было показано, отразить всю возможность, все перечень услуг на сайте, при этом никуда не кликать. Вот. В сайт входит всего три страницы. Это непосредственно первая наша работа, это возможность печати, это архитектурные макеты, макеты для выставок, быстрое компилирование, вплоть до деталей инженерных. И даже дизайн моди, потому что недавно видел статью, печатали сережки для девушек. Тоже своего рода такое эстетическое украшение. И в то же время сувенирная продукция. И при этом можно все просто, легко, доступно заказать модель, кликнув один раз всего лишь. В принципе, все. Спасибо. В вашем сегменте называется типография, нет? Я это так позвал, но вообще... Или это как принято? Нет, это не принято. По сути, типография или листовая. Многие люди просто не знают, как это вообще, как это называется. Некоторые люди знают типографию, а там что-то печатают. Лаборатория? Да, можно так его назвать. 3D-моделирование. Даже лучше так. Можно тираж делать, да? По идее. Можно, да, и такой малосерийный тираж, но изначально это... 3D-моделирование. Блин, замудренный слон, мне кажется, тоже многие вообще не подумают, что за 3D-моделирование.
Прототипирование, да, есть. Как-то проще, что достаточно прочитать и любой человек поймет. А тоже основной же публика, как бы основные клиентуры, это вообще разные люди, совершенно разные профессии, какой-то дизайнер, инженер, которому нужна какая-то деталь. У него сломалось что-то пластмассовое, какое-то качество. Он может его спокойно напечатать, не покупая новый. Но при этом сам берет размер, задает, как бы говорит, что, или может просто сам закрыть две модели, как бы условно на языке объяснить, что должно быть. А что на английском языке? Third dimension — это третье измерение. Тем самым говорит о том, что... Что на английском языке это? Ну, писали, ну, я не знаю почему. Как вам ответить, как вам корректно ответить? Так пошло. Корректно, а не корректно, если это... Америка, что-то... Америки. Просто делая анализ других игроков, многие просто пишут на английском. Ну, и, ну там же будут зарубежать, приезжать. Возможно, если разбогатею. Заказы делают. У вас масса. Я как раз двух зайцев купил, мне дипломный проект нужен, да. И как раз фирма снимает компанию. Конверты, зачем адресный блок? Вверху вправо угол, там же почта российская. Это вот этот друг, это именно, я бы хотел, честно, ну, быстро делаю или не тот конверт. А это что? Это конверт, да, да, оборотка, да. Зачем? А, внутри печатаем черным? Да нет, не внутри, это клапан. А, клапан черный. Черный, да. Клапан. Да, так открываешься. На подрамы штуры там, где маки. А почему в черепе нет носовой перегородки? Объясняю, потому что при настройке принтера это тоже, ну, такая не легкая работа. Изначально, если можно посмотреть, если увидеть, можно посмотреть, что он печатался не сразу целиком. А из-за сложности формы он печатался отдельно. То бишь для удобства просто разрезать 3D-модель в программе и печатать, ну, по очередности. И когда печаталась вот средняя часть, она печаталась вверх головой, для того, чтобы вся задняя часть была полностью пропечатана. Это для чего? Потому что когда пластик накладывается, как вам объяснить, есть некоторые моменты нависающие, для которых нужна поддержка. И он можно настроить, чтобы он печатал сначала с поддержкой, но это сложнее потом ее отправлять. Потому что есть два вида пластика, это ABS пластик, он такой более хрупкий, но более податливый. Из него можно делать всякие маленькие там фигуры, ну, как бы, украшения, более точные, детализированные. И есть PLA пластик, он более надежный, экологичный, он, кстати, растворяется вообще со временем в воде даже, ну, через какое-то время. Качество пластика. Я понимаю, что да, я что-то вот... слетело, вот расскажите суть этих значков ваших. Ну, изначально все просто, сейчас скажу. Услуги 3D компании это первое. Верное, это создание 3D-модели на заказ. У вас там телевизор первый идет, или что? Нет 3D-модели наверху. Ну да, 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 да. Это что? Это создание 3D-модели на заказ. То есть монитор показывает, ну, как-то. А вот это не оно же второе? Нет. Ты уже готовая на это? Сейчас я по порядку расскажу. Вот наши возможности, это 100% конфиденциальность данных. Конфиденциальность данных? Да. Потому что, ну, многие хотят публично, чтобы это было образовано, как-то, что печатает человек. Оценка стоимости онлайн, то есть загружается 3D-модель, третий. Вот это. А второй что было? Это портфель. Ну, как бы закрыт в портфель, вот, то есть данные сохранены. Вот, вы показываете это качество ваших услуг. То есть, ну, на возможности, да. Приоритетность. Ну да, да. Уникальность. Да. Вот. И оценка стоимости онлайн, тоже немного, что это если человек. Не ходу, как бы нет у него времени ехать непосредственно в компанию, договариваться. Он может онлайн
с помощью электронной связи согласовать некоторые пункты по ТД-печати, загрузить свою модель. Потом она оценится как по объему и печати. Прошу, и... Я поняла. А вот второй уровень, дальше, что у вас следующий? Можешь, Жень, вниз? Чуть ниже, Женя. Ага. Еще ниже? Еще ниже. Там еще ниже. Еще вот. Вот это вот. Вот, вот тут уже ну, более подробно описано. Это для того, чтобы, ну, можно прочитать, да? Для того, чтобы сделать 3D-модель любого объекта, необходимо иметь файл. И вот трехмерная модель в формате STL, VRL, X3O. Если у вас есть модель, просто загрузите ее к нам. Если у вас нет модели, вам поможет наш сервис 3D-моделирования. Более 100 дизайнеров готовы помочь в создании вашей модели. То есть первое — это загрузить модели. Да, ну, описать по желанию и приложить изображение. А второе? Второе — это разместить заказ и ждать откликов. Третье. Загрузить готовую модель и получить свой микс онлайн. Непосредственно заказ — это я имею в виду описание. Ну, заказ — это, скорее всего, в общем виде этой модели загрузить. Поэтому, считаю, работа хорошая получилась, цельная. Поздравляю вас. Спасибо.